Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы с вами будем говорить о новом средстве компании Oriflame серии Novage. Это новая эссенция, я прямо сейчас зачитаю, она сделана на основе морского пребиотика и оказывает разносторонние действия, укрепляет защитный барьер эпидермиса, придает лицу более здоровый цвет, и доказано, что этот активный ингредиент оздоравливает микрофлору кожи, улучшает ее общее состояние, стимулирует естественный процесс клеточного обновления, увлажняет кожу и способствует сужению пор. Ну и я, конечно же, не удержалась и приобрела это средство, потому что здесь целых 150 мл, а если у него такие классные рекомендации, нужно пробовать. Я уже несколько дней его тестировала, и сейчас готова показать, как им пользоваться, и рассказать свои ощущения. Ну, я сразу заметила, что кожа изменилась, она стала немножечко другой. Поры, они у меня, в принципе, небольшие, и вы сейчас посмотрите, как после эссенции кожа меняется. Я уже лицо очистила специальным средством тоже серии Novage. Это гель-тоник, которого я просто влюбилась, потому что он просто суперский. Вот я сейчас только умылась, и вот что мне нравится, на коже нет вообще никакой вот сухости и стянутости. То есть оно подойдет даже для кожи, склонной к сухости. Хотя у меня кожа комбинированная, в молодости она была склонна к жирности. Как использовать эссенцию? Можно наносить на ватный диск и наносить на лицо, но мне как-то это не очень нравится. Ручки чистые, я их только что помыла. Я наношу эссенцию такой прям капельками на кожу пальчиков и вбиваю. То есть ее нужно вбивать в лицо. Так, отбиваю. Волосы не мешаются немножко. Так. Небольшое количество, кстати, нужно. Она как тоник, только более густой такой, как вот тоник был раньше в серии Ultimate Lift. И по массажным линиям я просто вбиваю аккуратненько, на лобик тоже. У меня обычное ощущение, ничего такого нет, что там вау-вау, что-то покалывало. Или все. Нет, все нормально, просто как будто бы я тоник наношу на кожу. Не забываем про шею. К сожалению, шея стареет очень быстро. То есть, первое, возраст женщины выдают руки и шея. Поэтому про шею не забывайте. Это очень важный участок нашего тела. И про контур. То есть, вот, я нанесла. Это все очень быстро. Она впитывается, эта эссенция. Код ее забыла сказать, сейчас найду, 33987. И она, кстати, в каталоге идет с большой скидкой, поэтому прям рекомендую. Все, вот видите, она быстро-быстро впиталась. Это не самостоятельный продукт, его наносят под сыворотку и крем. Вот когда она полностью впитывается, ну я даже многовато нанесла, мне не жалко, ее там много. Тут еще немножко не впиталось на шее. Ну, достаточно быстро процесс идет. Потом по желанию можно брать сыворотку. Сыворотку наносим точно так же. Капельку на руку, пальчиками беру и по массажным линиям тоже вбиваю. Потому что сыворотка оказывает лифтинг-эффект. И чтобы личико встало на место, как говорится. Я, кстати, сегодня в театр пойду, поэтому хочется особенно классно выглядеть. Наношу везде, где у меня тут намеки уже есть на старение, к сожалению. И везде распределяем. Кстати, чтобы вы не допускали ошибку, массажные линии на шее двигаются так. Передняя часть вот эта аккуратненько вверх, а боковые вниз. Так, вверх, подняли вот сюда, вниз спустили. Потому что здесь лимфоузлы, здесь лимфоузлы. Поэтому мы кровь сюда оттолкнули, сюда спустили. То есть все, мы усиливаем кровообращение. За счет этого у нас быстрее идет, как бы кожа насыщается кислородом, да, кровь быстрее двигается, все очистительные процессы. Мы помогаем кровоотоку, да, уйти. Кожа становится свежее, ровнее и классно выглядит. И немножечко беру крем Ultimate Lift. Люблю этот крем, он дневной такой сиреневый, я, конечно, варварски забираюсь пальчиком и быстренько наношу, некогда мне с лопаточками возиться, лучше лопаточкой. Ну, так как я пользуюсь только одна и только этим кремом, использую его очень быстро, то есть у меня на крем где-то 3-3,5 месяца максимум, потому что я
делаю уход ежедневный. Кстати, 2 секунды расскажу про то, чем отличается антивозрастной уход от обычного ухода. То есть вы можете взять обычный комплекс, например, алоэ, комплекс Optimals или комплекс Novage антивозрастной. Вот то, что заявлено компанией, какие изменения произойдут с вашей кожей, в антивозрастном уходе они гарантированно с вами произойдут, потому что серия проходит все клинические испытания, и компания заявляет только что, что действительно происходят какие изменения, на сколько процентов кожи. Вот. Поэтому я рекомендую, конечно, пользоваться более таким профессиональным, дорогим уходом, именно антивозрастным. Вот и все, мое личико свежо, хорошо, готово к нанесению макияжа. Сейчас крем немножечко впитается, и я сразу буду наносить праймер и тон. И как это делать, смотрите в следующих роликах. С вами была Лилия Донскова. Если видео полезное и понравилось, ставьте лайк. До новых встреч. Пока-пока. GoPro Stop Video.